Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу в Тока-Бока. Нашла камень, который светится в темноте. Если дать какому-то персонажу этот камень, то он будет светиться. Светиться ночью. Так, давайте начнем. Смотрите, тут уже, если открыть, то тут есть костюм человека-помидора. И если надеть ему вот эту штуку и тыкать по ней, то он стреляет типа томатом. Прикольно. Киса такая вот. Ну, не суть. Где же наш костюм? А костюм наш прямо вот здесь. Не спрашивайте, почему он в мусорке. Вот наш камень, о котором я говорила. Давайте возьмем любого персонажа. Допустим, возьмем вот эту девочку. Одеваем ее в этот костюм. Обруч мы убираем. И даем ей камень. Вроде ничего не происходит, да? Но если сделать ночь... Смотрите, тоже ничего не происходит. А почему? Потому что пойдем на свалку. Так. Где он? Вроде вот здесь. Так. Ставим сюда эту девочку. И смотрите. Видите это? Все становится черным. Я немного перепутала. Оно не светится. А смотрите, все становится черным с этим камнем. И даже не в руках у кого-то. Вот, смотрите. Все черное такое. Вещи. Ну это что это вообще? Монстрик? Хоть он и сам черный, но он еще чернее становится без пятен, без ничего, без лица. Вот этот рюкзак тоже черный, но вот теперь смотрите. Чихуахуа тоже. О, и девочка тоже черная. Такой вот камешек. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта локация, чтобы вы нашли. А то будете спрашивать меня, а где эта локация находится, как она выглядит. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Где она здесь? Где эта локация? Помогите. А вот, вот эта локация. Видите вот этот отельчик? И вот вот эта локация рядом. Я на нее нажала только что, как видите. Как видели. Всем пока. Я всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.